Вітаю, з вами Шах і Мат. Мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про поточну політичну ситуацію у Дніпрі. З нами голова Дніпровської міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Сергій Нікітін. Сергій Нікітін – політик та громадський діяч. Має дві вищі освіти. За фахом – юрист та магістр державного управління. Керівник Дніпровської міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя». Голова фракції в міськраді. Правозахисник, очолює Центр соціальної відповідальності Дніпра. Одружений, виховує сина та доньку. Сергію, радий вітати вас у нашій студії вчергове. Здравствуйте. Власне, перше питання. Хотів би обговорити таку ситуацію, що склалася днями біля будинку голови обласної організації ОПЗЖ Геннадія Гуфмана. Власне, прийшов нацкорпус, був мітинг, відповідно, майно Геннадія Гуфмана було пошкоджене. Ну, в принципі, така ситуація складається не лише у нашому регіоні. Хотілося почути вашу особисту оцінку і оцінку політичної сили вашої, яку ви очолюєте у місті Дніпрі. События 16 июля коснулись нашей политической силы. Но это опасная тенденция. Завтра любой из нас может оказаться в подобной ситуации, независимо от наших политических взглядов. Заказная акция нацкорпуса, или провокация, или попытка хоть как-то выделиться, вот неважно, как это называть, это попытка внести дестабилизацию в ситуацию, расколоть общество. В нашем городе до недавнего времени удавалось сохранить определенный политический баланс. Особенно в кризисных ситуациях, когда все политические силы объединились и начали действовать сообща на благо жителей нашего города. Те инструменты, которые сегодня продемонстрировали представители нацкорпуса, не должны сегодня присутствовать в нашем городе. На сессии городского совета мы обратились в частности к правоохранительным органам и акцентировали их внимание на том, что ситуация не должна быть отпущена на самотек, виновные должны быть привлечены к ответственности. В противном случае для всех политических сил это будет прецедентом, и тогда избирательная кампания может перейти все мыслимые нормы и границы. Так, ну от ви згадали, зокрема, що на сесії міської ради ви звернули увагу правоохоронних органів на цю ситуацію, на ситуацію, що склалася з національним корпусом, з майном Геннадія Гуфмана. А яка реакція була правоохоронців? Тобто, яку оцінку вони дали тому, що відбулося? Правоохоронители уже дали оценку данному событию. Если процитировать, то охарактеризовали произошедшее как грубое нарушение общественного порядка, вызванное явным неуважением к обществу, которое сопровождается особой дерзостью. Сегодня правоохранителями возбуждено уголовное производство относительно участников и организаторов данной акции. То есть, я так понимаю, данные уже есть у ЕРДР, и, власне, этим занимаются правоохранители. Ну, будем ждать, чем это все завершится. Ну, напевно, судом, и який будет вирок, подивимось, я думаю. Сергей, хотел бы поговорить дещо про інше. От останніми днями у Дніпрі з'явилося досить багато білбордів ваших, де ви закликаєте до дніпровського референдуму. Поясніть, що це таке? Проект «Дніпровський референдум» – это наша попытка популяризировать в городе, в Украине способ участия жителей города в его развитии и в его управлении. Сегодня мы призываем власть услышать жителей нашего города. Сегодня посредством Дніпровского референдума жители города имеют возможность высказать те
пожелание высказать те мысли, которые они считают важными при управлении нашим городом. Можно называть по-разному. То ли прямым народовластием, то ли открытой демократией. Но Конституция Украины гражданам гарантировано право участвовать в государственных делах через государственные и местные референдумы. Поэтому данный механизм сегодня мы считаем необходимым, показать общественности, что данный механизм через референдумы необходим нашим жителям для того, чтобы наш мегаполис имел возможность развиваться, а жители достигли социального взаимопонимания. Так, ну я так розумію, що це питання в тому числі має бути врегульовано на законодавчому рівні. От ми знаємо, що президент вніс, скажімо, парламент закон, але про загальнонаціональний референдум. Тобто в Конституції це прописано, але, на жаль, як ми знаємо, не завжди Конституція діє. От з вашої точки зору, чи мають бути якісь законодавчі моменти врегульовані в плані місцевих референдумів? Дійсно, йдя на вибори, президент обіцяв, що першим його законом буде проект закона про народовластие. Прошел год, и только спустя год действительно такой документ появился. Он сегодня прошел только первое чтение. Изучив документ, в нем достаточно сужены аспекты касательно референдумов. Документ скорее несет больше вопросов, чем ответов. И непонятно, что с ним будет во втором чтении. И получат ли граждане Украины реального права на участие в референдумах, участие в жизни нашего государства и своих городов. Но несмотря на это, мы сегодня все равно считаем необходимым показать власти, показать общественности, что к управлению городом, к развитию города в обязательном порядке необходимо приобщать и жителей этого города, потому что никто, как они, не подскажут власти ту повестку, которая сегодня стоит в обществе. А от я так розумію, ну от якщо є такі білборди, ви вважаєте це питання вкрай важливим. Навіщо саме Дніпру місцевий референдум? Первым моим призывом был призыв, что Днепр – это наш город. Я живу в Днепре, моя семья живет в Днепре. И я считаю, что все горожане Днепра сегодня должны сконцентрировать свое внимание не на не за наблюдением очередных скандалов в Верховной Раде и у нас в городе, а должны сконцентрироваться на том, что важно нашему городу, Днепру. Должны сегодня власти показать, какие вопросы должны быть решены через референдум, к каким вопросам должны привлекаться общественность. А наша задача уже заставить власть слышать людей. Так, ну от якщо вже ви згадали про питання, які питання, з вашої точки зору, мають виноситись на загальнонаціональний, на місцеві референдуми? Мировая практика показує, що вопроси на референдуми виносяться совершенно різні. Швейцария, Франция, США являються лідерами серед стран, де популяризированы референдумы как способ управления страной и в регионах. На референдумы ставятся вопросы, начиная от утверждения Конституции, вступления в ЕС, реформирования армии, до местных вопросов. Это ограничение налога на недвижимость, это ограничение скорости на дорогах, это запрет охоты на медведев с собаками в штате Вашингтон. Если проект Днепропетровский, Днепровский референдум, то сегодня мы видим, что жители указывают как необходимые, как важные вопросы для решения города, к которым должны быть привлечены жители как непосредственные участники этого процесса, такие как поминутная оплата парковок, такие как уменьшение коммунальных тарифов,
сортировка мусора, строительство нового мусоросжигательного завода, крематория, экологические вопросы, вопросы озеленения. Угу. А особисто ви яке питання винесли, першочергово? Я как депутат городского совета считаю, что непосредственное участие жителей нашего города должны принимать в определении приоритетов, куда будет тратиться очередной городской бюджет, ну, там, в текущем бюджетном году. По сути, референдум – это решение о том, как будем тратить наши городские деньги. Угу. И поэтому это самый важный вопрос, к которому необходимо подходить очень открыто. Для того, чтобы действительно сегодня общество пришло вот к социальному взаимопониманию и город начал развиваться. Так, а у політичному плані, якщо говорити, от саме процедура референдуму, якщо поміркувати, з вашої точки зору, це крок куди? Це крок до децентралізації, можливо, це крок навіть до федералізації. Тобто, що це таке саме з точки зору політики? Як ви це бачите? Я хочу подчеркнути, що референдум – це не попытка к розколу города или України. Референдум – это не попытка дестабилизировать ситуацию в городе. Днепровский референдум – это попытка показать обществу, показать власти, что демократическое общество способно, желает, должно и способно решать местные вопросы через совместное обсуждение. Конституция Украины, статья 38, сегодня гарантирует каждому украинцу право высказывать свое мнение, называя это как референдум. Поэтому с правовой точки зрения это ни в коем случае не инструмент для раскола общества, а инструмент для привлечения горожан к управлению и развитию того города, где они живут. Ну от, і, до речі, і у соціальних мережах, скажімо, у Фейсбуці, там стосовно референдуму є відповідна реакція. Хтось прихильно ставиться, є ті, хто негативно. От чи слідкуєте ви з реакцією містян на вашу ініціативу щодо дніпровського референдуму? І якийсь зворотній зв'язок відчуваєте? Тобто, можливо, на зустрічах з виборцем підіймаєте це питання. От що говорять люди, як ви їх чуєте стосовно цієї ініціативи? Для того, чтобы правильно воспринималось сегодня обществом понятие референдум, тот проект, который мы назвали «Днепровский референдум», мы каждый день проводим разъяснительную работу. Мы в социальных сетях выкладываем материалы, которые вот буквально пошагово показывают, что наши намерения ни в коем случае не на раскол общества. Наше намерение для того, чтобы сегодня власть услышала горожан и начала делать то, что непосредственно необходимо горожанам. Политика не должна быть ради политики. В обязательном порядке чиновники и политики должны работать для достижения социального результата, социального блага. И если политики сегодня прячутся от жителей своего города, не спрашивают сегодня на улицах, какие вопросы важны, какие вопросы необходимо ставить в приоритет своей деятельности, то социального результата не добиться. Через референдум, еще раз повторю, мы привлекаем людей для того, чтобы сегодняшняя власть поняла, что люди – это тот источник, у которого необходимо черпать информацию, как нужно развиваться городу. И люди – это непосредственные субъекты отношений по развитию нашего города. Ще хотів стосовно реакції на ініціативу «Дніпровський референдум». От вчора відбулася сесія, чергова сесія міської ради. Одна вже з останніх у цій каденції. Зокрема, представник Європейської солідарності Каміль Примаков стосовно цієї ініціативи заявив, що звернеться до начальника СБУ області. От ваша відповідь Примакову, ваша реакція на ці слова, чи оцей такий запал, що називається, да, це підготовка, в тому числі, європейської солідарності до виборів? Конкретно Примакову не вважаю необхідності відповідати, але всі політичні сили
мы сегодня призываем не устраивать инсинуаций, не делать никаких домыслов касательно нашего проекта «Днепровский референдум». Потому что единственной целью нашего проекта является привлечение жителей нашего города для решения важных вопросов по развитию Днепра. Ну, до речі, якщо про сесію, може, трохи поговоримо. Скажімо, там було досить багато таких цікавих рішень прийнято. Зокрема, багато програм затверджено. Це і про охорону культурної спадщини, і про безпечне місто. Ну, фактично, продовжена була ще на 4 роки до 25-го року. От подібні питання, їх слід виносити на референдум? Там, чи, скажімо, теж багато обговорювалось, ліквідуються комунальні підприємства, парк Лазаря Глоби, парк Шевченка, відповідно, буде створено одне велике підприємство комунальне, до яке війде три парки. От такі питання слід виносити на референдум. І взагалі, як вам те, що сесія проходить без преси, без представників, як то кажуть, російської мови, общественності? От ваша оцінка того, що зараз відбувається в міській раді? Безусловно, в городському хозяйстві є ті аспекти, які нет необходимости обсуждать, нужны они или нет. Нужно ли убирать улицы? Безусловно, нужно. Нужно ли ремонтировать дороги? Да, безусловно, нужно ремонтировать дороги. Но те социальные результаты, к которым стремится власть, то благо, которое должно появиться, эти вопросы необходимо обсуждать с обществом. Особенно, если это программа на несколько лет вперед. Да, мы результат для конкретного жителя можем получить каким-то непосредственным управленческим решением прямо вот завтра. Но есть случаи, когда программы, предусматривающие модернизацию чего-либо или предусматривающие выделение финансов на реконструкцию и создание нового, принесут общественную пользу через год, через два. Действительно, об этом необходимо сегодня разговаривать с обществом, чтобы город понимал, что сегодня власть слышит запрос общества и выполняет то, что необходимо как для развития города, и, с другой стороны, то, что будет приносить пользу непосредственно жителям нашего города. Обязательно все программы необходимо выносить на референдумы и слушать, что думает касательно этого жители нашего города. Так, от, до речі, стосовно обговорення якихось питань, які голосують депутати, в тому числі Дніпра, ну, відома така норма регламенту, наскільки я знаю, міської ради, що має бути опублікований цей проєкт рішення за 20 днів до, власне, проведення сесії, мінімум за 20 днів. Але часто складається така ситуація, що, скажімо, проєкт опубліковано, але правки до нього вносяться за день, за два, може, навіть вночі перед сесією. Да? От ваша оцінка такої процедури прийняття рішень і роботи міської влади в цьому контексті? В основному всі проєкти, які виносяться на розглядання міського совєту, публікуються зарані. Для того, чтобы предусмотреть, с одной стороны, норму закона, с другой стороны, дать возможность как депутатскому корпусу, так и общественности понять, какие проекты решения будут вынесены для голосования в сессионный зал. Да, действительно, на протяжении того срока, когда решение вывешено официально на сайте, у депутатов, у общественных организаций возникают какие-то иногда правильные идеи, хорошие мысли, которые необходимо включить в данный проект и изменить его. Для этого мэру дано право принимать решения, какие решения городского совета, не прошедшие вот этот необходимый срок, являются важными для города, и внести в сессионный зал, независимо от того, что еще не прошел 20-дневный срок, предусмотренный законом. На усмотрение мэра эти решения включаются в повестку дня. Но при этом повестку дня голосуют и все депутаты, представители территориальной громады. По крайней мере, сегодня, если сказать более открыто про депутатов, депутат, и, наверное, это обращение все-таки к депутатам, к политическим силам, что в городе Днепр, кроме политики, есть и образование, и медицина, и культура, и социальная сфера. Кроме политиков, в городе живут люди, их семьи, дети.
Выборы скоро закончатся. А мы, политики, депутаты, выбраны этими людьми. И для людей являемся образцом отношений, поведений, которые мы допускаем по отношению друг к другу или по отношению к городским вопросам. Поэтому я призываю сегодня все политические силы, независимо от их взглядов или привычек, работать только на благо города, так как Днепр должен быть мирным городом, единым, в Днепре должно быть взаимопонимание, и в этом со всеми политическими силами мы должны быть солидарны. Ну, от хотів ще уточнити маленький такий аспект. З вашої точки зору, незважаючи на пандемію коронавірусу, ми знаємо, що уряд продовжив карантин до осені. Чи потрібно все-таки громадськість і пресу повертати, ну, хоча б не до сесійної зали, а до двору міської ради, де зараз проводиться сесія? Є дійсно обмеження, які предусмотрены для обеспечения безопасности участия в общественных мероприятиях. Эти ограничения необходимо выполнять, потому что перед камерами для всего города, еще раз повторю, мы являемся образцом. Мы должны быть и в масках, потому что рекомендовано надевать маску на общественных мероприятиях, и мы должны собираться не больше, чем определенное количество людей. Безусловно, сегодня громада должна знать, что происходит в сессионном зале. И, ну, наверное, необходимо все-таки вести, и прямые эфиры они сейчас ведутся. И вполне возможно, с рядом находящихся зданий должны иметь возможность представители прессы через объективы камер или своими глазами, но наблюдать и слышать то, что происходит не в сесійному залі, але на сесійній площадці. Так, ну будемо сподіватися, що вже скоро повернеться до нормального ритму життя. Сергію, хотів ще трохи повернутися до референдуму. Ми не обговорили одну важливу деталь. Як конкретний дніпрянин, житель міста Дніпра, може прийняти участь у ньому? Сегодня в городе, в каждом районе города работают палатки «Оппозиционная платформа за жизнь». На них написано «Дніпровський референдум». Они работают с 4 до 8 вечера. В палатку может подойти любой житель города, заполнить карточку участника референдума, на которой написать все, по его мнению, важные вопросы, которые должны рассматриваться посредством референдума. Эти карточки мы проанализируем, составим какой-то единый реестр мнения жителей. И в итоге будем доносить до власти, что сегодня днепрянам необходимо, что сегодня днепряне считают важным для развития города, в чем сегодня хотят принимать участие посредством референдума. Так, до якої влади? До міської, до обласної, до центральної? Ми сьогодні говоримо, що це проєкт Дніпровський референдум. У нас городська, у нас город Дніпр. В городі є власть, якою недовольні люди. І сьогодні ми повинні показувати діючій владі, городській, почему люди недовольны, на чем необходимо сконцентрировать свое внимание, что поменять в управлении городом. Так, щодо іншої вашої акції, хотів запитати, у місті почався збір підписів за право навчання дітей на рідній мові. Що це за акція, чому виникла така потреба? Ми неоднократно піднімали вопрос о законі про функционирование украинского языка как государственного, который нарушает ряд конституционных норм. А именно, в частности, с 1 сентября с 1 сентября наши дети не смогут продолжать учиться в учреждениях образования на родном для себя языке. В городе Днепр большая часть жителей, для них родной язык – это русский. Несмотря на то, что статьей 10 Конституции Украины предусмотрена гарантия по развитию, защите и функционированию русского языка. Российская та інша мова национальных меньшинств. А также другие языки национальных меньшинств. Сегодня акция по сбору подписей против антиконституционной нормы – это протест жителей против ущемления их конституционных прав. Сегодня мы собираем подписи, до 15 августа, которые дальше с нашим сопроводительным обращением мы отправим гаранту Конституции с требованием защитить конституционное право наших детей,
с 1 сентября учиться на родном для них языке. Да, до речі, а скільки ж підписів вдалося зібрати по місту? На сьогодні збір підписів в самому розгарі. Зараз порядка 5000 підписів вже є, оброблених, проаналізованих. Верифікованих, напевно. Ну, скорее всего, верификации не подлежат, так как это свободное волеизъявление, а не попытка уточнить, а правда ли ты считаешь, что твой ребенок должен учиться на родном языке. Но сегодня собрано достаточное количество подписей, чтобы власть на национальном уровне обратила внимание, что территориальной громаде Днепра важен вопрос по защите конституционных прав на использование русского языка в быту, в образовании, в общественных сферах наравне с государственным языком. Мы не спорим, сегодня государственный язык – украинский язык. И он сегодня должен существовать, но его нет необходимости защищать за счет русского языка и других языков национальных меньшинств. Сергій, у нас залишається буквально півтори хвилини. Я хотів у цьому контексті уточнити ще один маленький момент. От ми знаємо, що в Верховній Раді, в принципі, є такий законопроект, і він навіть поданий депутатом від Дніпра, хоча не від вашої партії, від правлячої партії. Але він не був винесений до сесійної зали, хоча пропонували його винести, відповідно проголосувати 16 липня. От ваше ставлення до цього і до ідеї синхронізації перехід, скажімо, на українську мову у 23-му році? Законопроект предусматривает не возвращение возможности русскоязычным украинцам, ну, в частности, получать образование на родном для себя языке. Законопроект предусматривает, что наравне с языками Европейского Союза, которым дана отсрочка до 23-го года, жители, которые разговаривают, думают, учатся на родном языке, как на русском, также должны получить отсрочку до 23-го года. Не вообще получить право, как записано в Конституции, свободно общаться на родном для себя языке, а получить отсрочку до 23-го года. Не понимаю, даже если этот закон будет проголосован, в полной ли мере он обеспечит конституционные права наших украинцев. Так, ну що, час у нас закінчився. Я думаю, ще не один раз ми зустрінемося в цій студії. Дякую вам за цю розмову. Спасибо. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою Дніпровської міської організації політичної партії «Опозиційна платформа за життя» Сергієм Нікітіним. На все добре.